Здорово, ты смотришь Тойстер. Эх, в прошлый раз закончились наборы технолог, сегодня у нас крайняя фигурка по Фортнайту. Пока у меня больше нету, но планирую заказать еще в ближайшее время, не уверен когда точно. Не пугайтесь, обзоры все равно будут пока на другие штуки. Ну и давайте-ка мы уже откроем. Это фигурка мисс Бэнкси из 4-го сезона, скин Техник, написано Техникай. Я не могу прочитать точно это слово, потому что уж больно оно какое-то слово сложное. Но это, короче, мисс Бэнкси. Эпическая экипировка, сиреневая. Не легендарная, к сожалению, но и не страшно. Нам, в принципе, не важно, какая у нее редкость. Главное, чтобы фигурка была хорошая, чтобы сделана была аккуратненько. Так, оп, надрезаемся. Не знаю, кому как, но, как мне кажется, это самая скучная фигурка из этой волны, из первой. Потому что, ну, остальные прям на порядок были лучше. Вспомните того же самого Дрифта, как классно он выглядел. А мисс Бэнкси, ну, даже не... О, зато у нее съемный капюшон. И респиратор тоже подвижный. Ну, возможно, это даже немножечко меняет мое мнение по поводу этой фигурки. Так, значит, давайте-ка посмотрим. Какая-то она слишком хлипкая, что-то мне подсказывает. Первое, что меня интересует, лицо. Ну, в целом, нормально. Немного безумные глаза, но пойдет. Респиратор подвижный, но снять, я полагаю... А, ну можно. То есть, если отстегнуть голову, можно снять еще и респиратор. А на лицо его нацепить можно? Ну-ка. Нет, к сожалению, на лицо его нацепить нельзя. Что же касается капюшона, то вот он реально хлипкий. Прям совсем не держится. Конечно, можно ее использовать и без капюшона, но такое себе. В нем, конечно, смотрится гораздо лучше и каноничнее, главное. А можно ли использовать капюшон на других фигурках? Допустим, вот так. Да. Кибербабуля получилась какая-то. Неважно. Что по подвижности? Надеюсь, все то же самое, что обычно, и ничуть не хуже. Локоть крутится, сгибается на трещотке. Кисть крутится, чуточку сгибается. Рука здесь подвижна. Торсик очень подвижный, я бы сказал, погодите, он, по-моему, даже более... Да, смотрите-ка, здесь достаточно ограниченная подвижность была, вот, по крайней мере, влево-вправо. А здесь посмотрите, какой сильный изгиб. Ну, это клево. Опять же, это позволяет больше поз разных сделать. Это хорошо, но при этом, смотрите, не превышает допустимый порог, скажем так. То есть, больше естественного согнуть ее нельзя. Ноги подвижные, колени сгибаются, все двигается, все отлично. На этом все. Ролик вышел коротенький, да и комплектация у набора довольно скромная. То есть фигурка, один аксесс и подставочка, больше ничего. Фигурка нормальная, но, повторюсь, не всем она нужна и не всем она пригодится. Так что сами думайте, покупать или не покупать. По качеству она нормальная, это я могу сказать наверняка. На этом уже точно будем заканчивать. Смотрим на разные позы этой фигурки и закругляемся. Не забудьте подписаться, поставить лайк ролику, написать комментарий и нажать колокольчик, чтобы новые видео не пропустить. На этом уже точно все. С вами был Широ и фигурки Fortnite. Ну, одна фигурка. Еще увидимся. Пока. Пока.